eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Harran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Harran's days are numbered. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames. Сегодня будем смотреть Dying Light. Это демка. Давайте сразу сделаем в параметрах немного тише звук. Да, музыка здесь потрясающая, но придется немножко уменьшить. Думаю, вот так на три деления будет достаточно. Субтитры включены. Динамик беспроводного контроллера выключен, но это все, что мы... Давайте посмотрим все, что можно здесь выбрать. Смена оружия включена, включить подсказки. Подсказки включены, показывать точку перекрестия. Ну и гамма. Гамма у меня, по идее, нормально выставлена. Наверное, все-таки 5 делений я уберу. Все тут выставлено. Элементы управления. Инвертировать ось Y, чувствительность джойстика, мертвая зона, вибрация, автоприцел, автоточность холодного оружия. Интересное такое. Это, ну, тут будет включен в сети, не знаю, один игрок, тип игры у нас предлагает, локальная сеть, только друзья, частная игра, общая. Давайте один игрок, все-таки мы будем смотреть демку, чтобы нам не мешали. Так, разрешить совместный режим. Частота состязаний в совместном режиме, по всей видимости. Все, выключаем, один игрок. Так, титры понятно. Сыграйте в демоверсию. Давайте приступим. Целый час нам дают в демке поиграть, уже запускал немного ее ранее, чтобы посмотреть, что собой представляет игра, точнее демоверсия. Целый час нам дают побегать здесь, и это здорово. Welcome to the official Dying Light demo. Before you get stuck into the quarantine, though, let's take a look at this basic tutorial video. Давайте, конечно, firstly, use the left stick to move around. Левый стик для передвижения. You press in the L3 button to toggle sprint. L3 для перехода на бег. Press the R1 button to jump. R1, чтобы прыгать. While pressing and then holding R1 button lets you grab and climb a ledge. Удерживая R1 позволит нам забраться на выступ. Pressing the R2 button performs your main attack. R2, чтобы выполнить основную атаку. Also, remember to check your radar for icons representing various gameplay activities. Ну, на радаре у нас будут обозначаться различные. This icon will guide you to active quest locations. Активные задания таким значком. While these icons mark challenges. Complete these to earn extra agility or power points.
чтобы... Blue icon marks dynamic encounters. Complete these to gain loot and valuables. So those are the basics. There's a whole lot more to discover in Dying Light, so just get out there and explore. Good night and good luck. Good night and good luck. Что ж, давайте приступим. Здорово. Здорово. Все очень здорово. Dying Light — шикарная игрушка и демка не хуже. Так, мародерство — ключ к выживанию. Это нам показывает, что мы можем обыскивать сундуки, трупы, мусорные баки. И в сундуках у нас будут отображаться оружие и прочие ценные вещи. Замечательно. Hey, friend, over here. Так, ну это торговец. Давайте глянем, что он нам может предложить. Много-много. Наличные 4500 у меня есть. Хотя я могу туда приобрести некоторые вещи. Вот, например, короткий обвалочный нож. Давайте приобретем его. Есть такой в комплекте. Марля, аэрозоль. Марля у нас деталь для создания модели оружия. Чем отличается травля тараканов от убийства мутантов? Дозой. Батарейки, клинок. Ну давайте, знаете, как сделаем? Денег достаточно. Вот еще силовой кабель, когда надо соединить эту штуковину. Вот он стоит, ему нет цены. Обычно применяется в чертежах с электрическими схемами, но это далеко не все. Давайте просто купим понемножку всего. Пусть будет. Все остальное, к сожалению. Тут же мы можем продавать и выкупать проданные нами предметы. Спасибо, да, друг. Так, обыскивайте тела, сундуки, мебели, кассовые аппараты, чтобы найти, не знаю, деньги, возможно, рассказывая аппарат. Heads up, everyone. This is Alfie. We've just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? None. And our gas man, Jeff, up and quit on us last week. He was kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Да, неудачно первый раз. Был бы в жизни уже в съеме. Ну, здорово, все сделано. Так, что у нас тут? Выберите тип игры. Вы готовы ко всем опасностям, которые ждут вас в мире Dying Light? Доступен совместный режим и испытания или режим вне сети. Играйте в одиночку, совместный режим, испытания отключены. Да, мы в одиночку пока что поиграем. Потому что мы пишем. Какие-то огромные зомби, я им такое впечатление, что я им по грудь всем здесь. Обыскивать их можно? Да, только нужно это делать, когда никого нет поблизости. Блин, ну, они хоть и медленные, но такие жесткие ребята. Так, доберитесь до сброшенного груза, по всей видимости. Да, 7 баксов я нашел на теле этого парня. Ну что ж, бежим на груз, вижу я точку на радаре. Блин. Я запутался, надо убегать. Давайте в какой-то переулок я сверну. По стенкам он не бегает, нет. И сюда лучше, наверное, через верх все-таки. Повыше, надеюсь, они сюда не залезут. Как-то не совсем удачно, но есть все-таки возможность подняться наверх. Так. Прикольно, прикольно.
здесь у нас сундук, но парень, а его можно сказать охранял. Давайте все-таки посмотрим, что здесь. Пластик. Пусть будет. И обыщем, конечно, парня. Металлические детали с него были подобраны. Еще выше можно подняться, но здесь так чисто для осмотра, мне кажется. Да, внизу парни идут за нами. Вниз это применить аптечку, кстати. Ага, вот вправо я могу выбирать оружие. У меня даже есть пистолет. И вот 20 патронов на него. Ой-ой-ой. Так уже наверняка, чтобы он не встал. Напугал меня. Напугал меня этот парень. Ну что ж, двигаемся вперед. Где-то справа эта точка. Могу допрыгнуть, смог. Вот это было не совсем удачно. Понятно, ткань у нас не двигается. Бейсбольная бита уже такая потрепанная, ее как-то... Ага, это фонарик вверх. Да, чувствуешь себя в этом мире достаточно беспомощным таким. Ах, жалко, нельзя тут вазу побить, на голову бы подбрасывать. К зомбакам. Так, ну давайте, спускаемся вниз. Ребята, так, а что у нас, если поменять вот на нож? Смог я перебраться? Это у нас зачистите зону, включите электричество, и будет у нас новый такой чекпоинт безопасный. Ну бегут, бегут уже, гляньте. Не хуже, чем я, бегает этот зомби по крышам, то есть... Нельзя чувствовать тут себя в полной безопасности. Повышение уровня силы. Этих ребят я хочу еще и обыскать, но надо... Жесткие какие-то парни в баллонах. Ох ты, блин. Хорошо, что я отошел от него. Давайте закроем дверь. Где у нас тут электричество? Электричество надо включить.